be standing out in the sun. Простите? Вообще-то это все Алика повалила только что. И ты не... колонна, не падай. Я понимаю, что ты не закреплена, но... мне нужно, чтобы Дельгадо красиво тут прошел как-нибудь. Я без того тебе подставку делаю. Плиз. Плиз. Пожалуйста. Мне очень надо... Не, ну вот это потрясающе просто. Хорошо. А вы снимаете такое все? Да, видео. Да? Круто. Не, просто я увидел этих лошадок, я сначала думал, они живые, представляете? Я думал, у вас маленькие живые лошадки. Нет, ну просто я сделаю фото, потому что это потрясающе. Хорошо. А как вам, а зачем? Для какой-то арт какой-то? Да? Ну просто видео, что-то вроде таких недомультиков. Недомультиков? Ну да, что-то в этом роде. Так, не, можно я вот эту лошадку? Ну хорошо, ничего, да ничего. Не рушу композицию? Нет. Просто... поставим обратно, если что. Да? Не, просто мне хотелось бы, чтобы в моей фотографии еще было видно то, что вот там есть здание. Ну вот да, в том-то и прикол. Да, в том-то и прикол, конечно. Обалдеть, спасибо. Да не за что. Да не за что. Ничего нового. Вдвойне ничего нового. Каспия, ну зачем? Не трясись ты. Да... не падай, дружище. Вот если вот этого вот сейчас братана убрать, то этот братан сейчас упадет. Все весело, ага, конечно. Арви, ты что там лежишь? Ты как бы, ну, шпионить вот за ними всеми должен как-то, да, но... ну, как бы он лежит. Как ты смеешь отвлекать меня? Ой, у тебя, оказывается, на голове штуки нет. Где она, дружище? Не теряй, пожалуйста, шапочку. Ты же моя красная шапочка. Все мои красношапочные. Да хватит падать, Каспиан. Что с тобой не то? Тебе сегодня штырит падать. Упс. Ну, бывает, лицом горящий пар король, там коронка слетела. С кем не случается. Ой, как мило, целовашки-обнимашки. На самом деле, просто этот чувак падает, видите, он падает, он косой. Этот чувак его держит, целовашки-обнимашки, целовашки-обнимашки. И тут они расстались. И как бы вот, да, как бы. В таком случае вы получили желаемое. У тебя моська грязная, дружище. В таком случае вы получили желаемое. А, шапка. Красношапочный, блин. Вы с проблемой с этим. Чем я только придумала эти шлема? Просто кадр с резочками, пожалуйста. Красивый кадр. Вот Арвид. Вот он только подходит и отклоняет эти веточки. Вот, красиво. Красиво, но без фокуса. Yeah. Да, я думала, ты красиво пробежишь, но ты врезался в ветку. Давай дубль два. Во, теперь уже красивенько бежишь. Так, фокус и еще тык-дык. Yeah. Попытка номер два. Давай ты типа такой таинственный, из листвы выбегаешь. Ты же у нас бежишь такой, во. Во, найс. Любишь снимать, а люби и убирать, как бы. Как
конфискую. Они упали. Ничего нового. Дело в том, что эти комплекты очень сильно ломаются, поэтому мне приходится их постоянно вот таким вот образом убирать, как будто грустно не было. Хотя я бы с удовольствием переносила бы лошадей в них, потому что все-таки пока снимаешь, уходит довольно-таки много времени на это. Этот, в принципе, в этой штучке останется, потому что она его еще дополнительно, во-первых, защищает от того, чтобы он не коцался в рюкзаке. Ну и в целом здесь особо ломаться нечему, это просто кусок ткани. Это тоже в этом поедет, потому что, ну, опять же, здесь ломаться нечему. Вот эта штука у нас разбирается каким-то образом, потому что иначе она в рюкзак мне не вмещается. Фокус вроде как нет, но не знаю, пакетик у меня здесь лежат, мечи, еще что-то. На самом деле, из-под каких-то дешевых наушников, но сюда очень классно все влезает, поэтому всякую мелочь я в нем переношу. Такая длинная штука, она у меня как-то раз чуть не улетела в прудик. Это было бы грустно. Тратим карету. Идем на сверху. Вот. А, нет, не все. Коробочку забыли. Еще камера и телефон с сценарием. О, блин, у тебя шапки нет. Шапку надень, пожалуйста, а то простудишься. Молодец. Так, уберем эту бумагу, а то не мешается. Шапку, говорю, надень, простудишься. Шапку обычно вот так носит. Да. Я еще взять нормально не могу, у нее шапка слетает. Ой, не косячь хоть ты. Давай, когда я косячу на съемках, ну ты-то, господи, ты вообще пластик. Так, ладно. Ну не знаю, давайте другую шапку дам. Ладно, не хочешь эту, держи эту. Она, правда, не твоя, и она, я не знаю, сколько тебе будет сидеть. Ну, по крайней мере, в бок не сползает. Давайте на этом порадуемся. Теперь, типа, идешь, давай. Вот. Вот, отлично идешь. Черт, я про оружие же забыла. Ты же с оружием должен идти. Второй для другого чувака. Опять шапка. Простудишься, говорю же. Мне плевать, что ты в замке. Все равно простудишься. Наверное, в замках не особо отопление было, если так подумать. Так, все, давай. Дубль хз какой. Я уже просто 10 минут снимаю, как ты идешь. Там рука моя еще. Почему не могу тебя просто взять сзади? Если бы рука не... Ой, если лечь на стол, то вы просто не видите, но я сейчас просто легла на стол, чтобы не загораживать свет. Мне кажется, ли он нормально прошел, типа? Да ладно. Ну, это все так просто, нет. Он теперь должен с другого ракурса идти. Теперь ты будешь идти с этого ракурса. А тут будет стоять вот этот чувак. Ой, здесь ловно. Подам. Господи, я ненавижу проходки. Почему так сложно снимать? Теперь вы вдвоем. С возможностью, говорю, даже шапки снять. Не простудитесь, ничего. Простудитесь, неважно. Уже отснялись, где надо было. Итак. Так, Каспиан. Угу. Не плевать, что ты здесь тему. Ты все равно Каспиан. Не сшибай колонны, пожалуйста, они так шатаются, так что вообще жесть. Почему фон шатается? Почему все шатается? Я понимаю, что как бы планета крутится, там землетрясения всякие бывают, но все же. Сейчас, кстати говоря, буду снимать одну сценку и показываю лайфхак. С ним у него проблемка в плане комплектов именно из-за грива. Вот что я делала. Вот комплект, который ну, нельзя вот просто так застегнуть. Мне, чтобы его снять, приходится доставать полностью вот отсюда все, то есть вот, вот так вот доставать. Я продеваю внутрь ниточку через вот эту петельку и в эту дверь я продеваю. Таким образом я могу
эти чудо на коня. А, ты криво положил. В смысле, не криво, но на тебе эта штука видна очень сильно. Господи, ты гадыкай нормально. Не вижу, ты гадыкать. Потому что ты гадыкай, это самое сложное. Нет, потому что я криворукая. Когда еще появится возможность пройтись по таким красивым... Когда еще появится возможность пройтись по таким красивым двор... Да. Когда еще появится возможность пройтись по таким красивым местам возле дворца? Камера, ты охрененно сфокусировалась на волосах Чинуши, но... А, она Алика пнула! Мишель, не пинай Алика, это как бы оно несправедливо. Камера, не надо фокусироваться на волосах Чину. То чувство, когда как бы стоит Пьер. Вот камера еще одна, да? И Чешир его фоткает. А я как бы оно... О, господи, масштаб. Я как бы оно держу растения, чтобы они не мешали фоткать. Я молю друг друга, брат. Это очень важная профессия, держать растения, чтобы Чешир мог сфоткать коня. Я благодарю тебя всей душой, спасибо. Возможно, будет кому интересно, как висят там мечи на стенке. Это все магия двухстороннего скотча. Я тоже этот муничник изначально был явно не для этого сериала. Это был обычный муничник с седлами, вальтрапами и так далее. Но его пришлось малька переквалифицировать. Но чтобы сильно его не портить, я решила все клеить на двухсторонний скотч. Он легко отлепляется, и с ним нет никаких проблем. Так что стены остались в полном порядке. Кстати говоря, амуницию лошади берут тоже при помощи двухстороннего скотча, который приклеен на одну из половинок их мордашек. Например, с другой стороны этого скотча совершенно не видно. Так что вот такие вот секретики я вам сегодня раскрыла. У вас типа принцип один за всех и все за одного, а вы тогда чудом два остались. Ну, давай. Я тебя снесу! 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 Хау, круши! Ты что так крепко держишься, офигел? Стены мне не порви. Мне еще могут пригодиться. Трин. Ну, зато этот как крепко. Вы молодцы, вы очень неустойчивые мои сестрички. Ну, ты такая, ты, конечно, прикольная, я буду очень благодарна, если ты сейчас уплывешь.